CSGO Fast – это один из старейших сайтов в индустрии. Огромное количество режимов, ставки на киберспорт, прямой вывод средств и подарки постоянным пользователям. Заходи, проверь свою удачу и получи небольшой стартовый бонус по ссылке в закрепленном комментарии. Вань. Что? Я так по тебе соскучилась, пиздец! Да попизди тут, посиди! Я соскучилась клянусь, она. Я тебе клянусь, я бы тебя сейчас так обняла. Я все уже понял. Что ты понял? Я все понял, Наташа. Что ты понял? У меня все руки опустились после этого. После чего? Ну, после всего. После чего? Я не стану больше терпеть данных. Чего ты? Скажем. Ну все, я не терпила. Я тебя бросаю. Ваня, я сейчас грущу. Да, грусти. Сейчас Вадим напишет в Телеграм, опять повеселеешь. Ты так не разговаривай. Я сейчас буду плакать. Наташа, что там? Наташа, телегу чекни. Наташа, хватит. Она написала, да? Наташа, хватит. Чё ты мне врёшь? Арина так не писала, блядь, чекни телегу. Ничего я не буду чекать. Меня обманули? Стоп. Бля, вы заметили, какая она довольная? Я потому что по тебе пиздец как скучаю, Ваня. Да, иди в пизду, поняла? Соскучилась она. Расскажешь. Ваня мой парень. Да? Чекни ТГ, тебе опять Вадим что-нибудь написал. Че, Арина, можешь поподробнее рассказать? Давай я тебя мувну. Чего? Нет! Да-да! Нет! Что я должна тебе сказать? Да-да! Да все, блядь, Вань. Ой, Ваня. Блять, как вы заебали, потому что Вадик все пишет, Вадик, блять, Вадик. Да. Все, пизда. Может, ты мне все расскажешь в другой комнате? Что рассказывать? Ну, все рассказать, что выкладывай карты на стол. Что, нечего рассказывать? Я тоже не понимаю. Да-да. Вань, я тебе не изменяю. Да-да. Ванечка, 3 дня такое настроение. Не 3 дня. 2. Да? Потому что я вчера узнала, что я встречусь с Ариной. Угу. Мы охуенно, кстати, посидели. Да, это мы прям охуенно. Я бы, если бы я еще, конечно, не улетела, другую пространство. Ночью. Да. Но мы вчера с Ариной просто выполнили все, что нужно было выполнить двум подругам, когда они долго не видятся. Да. Коннект. Наташа, а я неплохо целуюсь? Откуда я знаю? Да вопизди, блядь, скажи, неплохо целуюсь? Ну это не очень, знаешь, типа так обсуждать. Соберись, улыбайся. Я не хочу, ну типа это знаешь как-то низко. Ну лучше, да, лучше. Да, другому говорить, да, согласна. Не, ну если... Ну а зачем эта инфа им? Может, хуёво. С кем-то сейчас? Хуёво. Ой, блядь, вместо того, чтобы забанить человека... Ты хуёво человек, целуешься. Чуть не подарила ему... Ужасно, отвратительно. Фу. Вот, отлично. Теперь открывай хоррор. Да можешь без хоррора, а? Так посидим. Иди играй. Открывай хоррор, иди играй. Да-да! Чекнула ТГ. Не, на самом деле, ну, блядь, это, я начну это говорить, нахуя эта информация, типа, ну, да, блядь. Да все, ладно, да, согласна, типа, да, хорошо все, поговорим. Да, давай. Да-да, Наташ, ТГ, только чекни ахта. Да харе! Вань. Да все, иди в пизду уже. Что? Уже со всеми меня перепутала. Вань, я так по тебе соскучилась, Вань, я по тебе сейчас пришла пообнимать, да. Я, блядь, телефон убираю, чтобы вы знали, что там ничего нет, никаких уведомлений. Ага, чек ТГ, блядь, угу. Вот увидите, если замерцает, значит там есть что-то, если нет, то нет. Все, я все убрала. Так что меня не обманешь, блядь,
На ТГ, че, ой, кто? На компе есть ТГ? Да, я знаю. Привет, здорово, все СНГ комьюнити ждут, что Вилон и Гинцуха будут встречаться при... Что, блядь? Да это просто донат. Ебать, Клим Жужо, блядь. Да это вообще жесть. Охуеть. А, Серёж, ты все хорошо слышал, я марбит на нахуй. Я не знаю, что такое ва... Серёж, я не могу ничего такого. Чё? Блядь, только с божественным созданием это могло произойти. Хочу одни детей, блядь, просто. Такой гений. Сука, блядь. 9 вар, блядь. Это такой гений, блядь. А, Серёж, ты все хорошо слышал, у меня вар был на нахуй. Я не знаю, что такое вар. Серёж, тебе не надо, ну что такое вар. Чё? Алло. Алло. Блядь, охуенный клип. Что может быть лучшего? Сука, блядь! 9 вар, блядь! А, Серёж, ты все хорошо, слушай, у меня вар на нахуй. Я не знаю, что такое вар! Серёж, тебе не надо знать, что такое вар. Чё? Алло! Алло? Блять, это лучший клип, блять, за последние несколько тысяч лет. Ты врубаешь, ты уже включаешь? Да не, может, так посидим? Да ладно, Ваня! Да что? Ваня, блин! Хорошо, Рин, пока ты все не расскажешь, я это все. Да ты чё? Я тоже сейчас не могу. Да. Твой гитару поясни. Рин. Ты еще раз Арин смотришь этот клип? Да. Как думаешь, он рили умер или хайпится на своей смерти? Блин, да ну чё? Так, что это ромный, блядь. О, лали-лари-пап, я не ныряю, да, лукап, лали-лари-пап. Зовем? Еще один трек. Эта песня не играет. Не играет? Да, это не эта. Это не эта песня, дебил. Лали-лари-пап. Да, тоже люблю эту песню. Сына. Ты вообще что ли, а? Больно? Смотрите, как у него пузо. Ты чё, блядь? Нихуя у него пузяка. Как у Влади прям. Ладно. Короче, ребят, как вам идея, чтобы мы с Ариной переехали вместе жить? Мы, кстати, это... Блядь, как ты заебал! В огромную хату? Да, прикольно. Ты серьезно об этом думаешь? Да, я об этом думаю. Ты же сказала, что ты со мной не будешь жить. Ты сказала, что мы не сможем жить. Нет, ну ты сказала тебе про большую квартиру, и я так подумала. И за сколько мы так будем снимать? 1200, блядь, за сколько? Ну за 1200 на 1-2 месяца. Да, будем делить одного парня на двоих. Оу-оу-оу. Как и квартиру, да? Ну, можно. Будем себе заказывать какого-нибудь мальчика. Строго, например. Все, всем ББ, блядь. Хоррор-соло играешь, поняла? Ну, Ваня! Ваня, я бы тебя сейчас так обняла. Ты знаешь, каким ты мужественным стал, я тебе отвечаю. Ты прямо, знаешь, возмужал. Не, Ваня похорошел. Да, он... согласна? Ты мне сказала, он... Ванечка, ты вообще такой молодец, да. Ты приехал. Он изменился. Камеру поставил, вет поставил, играть стал еще лучше просто. Вот, блядь, лучший. Да, сам. А можно буду с вами жить, когда вы будете вдвоем жить? Ну, мы подумаем. Я так как-то не уверенно сказали. Ну ладно. Ну ладно. Не, Вань, если честно, я тебе клянусь, ты как-то поменялся вот реально вот за последние два месяца. Вот типа, какой ты был вот в первую встречу, да, когда мы были вот на фрик-хате, вот это все. А, ну конечно, блядь, сравнила. Я тогда вообще первый раз людей в жизни увидел. Да-да, ты вообще, ты боялся смотреть в глаза, ты боялся обниматься. Ты, по-моему, вообще нас тогда не обнимал. Да, я тебе говорю, я первый раз еще девочек увидел в жизни. Не, очень сильно повзрослел, изменился, это очень круто. А тут уже и у меня хочешь оставаться, жить со мной. А спать с кем в кровати он будет? Со мной. Бля, между вами было бы так заебись. Охуеть. Ну, ты бы чувствовал... Ебать, я придумал. Ты бы чувствовал немножко, знаешь, дисбаланс. Наташ, слышишь? А ты с какой бы стороны легла, спереди или сзади? Наташ? Слева или справа ты хотел спросить? Ну нет, там другой вопрос был. Нет, ну слева или справа? Да ладно, забей. Да-да. Киев, смотри, дешевле будет. Да нахуя? Я не перееду в Киев, там, блядь,
Да-да. 192. Да-да. Кстати, в Киеве ты бы могла, кстати, бесплатно жить, слышишь? Наш. Почему? Арина бы за меня не платила. Да? Лали, лали, пап, я не ныряю, пап.